Друзья, всем привет! Как вы уже поняли, я сегодня нахожусь в городе Гамбург возле Ратхауса. Я вам покажу, наконец-то, Ратхаус изнутри. Не только вот прекрасный вид снаружи, вообще волшебный, просто волшебный день. Я вам сделаю такую мини-экскурсию с Ратхауса. Это такая дума, вот. Только вот такой вот классный ракурс. Смотрите, не, ну круто же вообще. Расскажу о митинге в поддержку Украины против войны, который также проходил сегодня в воскресенье. Но я думаю, что видео я буду выкладывать задним числом. Поэтому, друзья, всем хорошего дня. Всем прекрасной рабочей недели. Ну что, давайте я вам сделаю такую маленькую экскурсию по прекрасному городу Гамбург. Ну что, друзья, вот он, чистюсенький красотулик. Чем-то мне даже напоминает Харьков. Мне очень нравится, что Германия поддерживает Украину. Везде вы можете увидеть флаг Украины. К сожалению, сейчас нету на улице ветра, и флаг, точнее стяг, не развивается на ветру. Вау! Посмотрите, вот она. Красота. Ну что, друзья, поехали, пойдемте все посмотрим. Покажу вам. Мой Ратхаус фоткается снаружи. Я вам покажу его внутри. Так он выглядит внутри. Вау. Друзья, я прошла в ратушу, сейчас покажу, как здесь. На внутреннем дворике есть прекрасный фонтан. Вообще, мне так нравится архитектура. Все так красиво. Сейчас поснимаю. Какая красота. Фонтан. Какое красивое отражение в окнах, посмотрите. Вот же, вау, да, вот оно. И отражение. Все-таки красота вдохновляет. Давайте посмотрим всех по отдельности. Смотрит в зеркало. Лев. Гамбург — город портов. Очень красивая скульптура. Она здесь.
Красота. Ой, Магдалина, могла ли я когда-то подумать, что буду в Германии, в прекрасном городе Гамбург, жить, ходить, смотреть все. Конечно, очень красиво, правда, очень красиво. Я люблю архитектуру. Нужно задуматься над поездкой в Париж, в Лувр. Заодно можно и посетить Диснейленд. Вот же было, чем раньше людям заняться. Строили вот такую вот красивую архитектуру. Венецианский стиль. Посмотрите. Я прям в Венеции. Гаргульи, все с рожками. И дракон. Не стоит забывать, да. Что раньше было по стереотипам красоты? Вот кто мне пишет, что я полненькая, что мне нужно худеть. Ну вот посмотрите на стандарты красоты раньше. Вопросы есть? Вопросов нет. Какая красота удивительная. Я просто постоянно, когда смотрю на скульптуры, я действительно задумаюсь. Посмотрите, как вот эта вот вуаль, шаль какая-то. Как же они четко передали ткань, как ложится ткань. Просто удивительная красота. Удивительно, очень красиво. Очень. Все, буду любоваться глазками своими, а не камерой. Походила, посмотрела, и вот меня интересует очень один вопрос. Как это все вообще было сделано? Что это за технологии? Ведь это древняя древность. Прошу прощения за тавтологию. Вот чем раньше занимались люди. Искусством занимались. Очень красиво. Я люблю очень скульптуры рассматривать. Я могу это делать просто часами напролет, потому что я такая вот тоже творческая личность, творческая натура. Смотрите, какая же удивительная архитектура. Очень наслаждаюсь, честно, наслаждаюсь. Ну и самолеты, и наша техника. Здравствуйте. Конфетка. И усы, что маю, забери. Кто, як не ты, спалить мости, кто ж побудує знов. Навчив мене жити, як ти, щоб не кипіла кров. Хто, як не ти, спалить мости, кто ж побудує знов. Навчив мене жити, як ти, щоб не кипіла моя кров. Хто, як не ти, спалить мости, хто ж побудує знов. Чим мене жити, як ти, щоб не кипіла кров. Хто, як не ти, спалить мости, хто ж побудує знов.
чуже не беремо. Дай своє не віддамо. Ну, бо в нас козацька кров, віра, сила і любов. Я случилась неожиданная вещь. Меня уже узнают мои подписчики на улице. И я не думала, что я такая популярная личность в Германии. Ну, что сказать, в моем маленьком городе меня, может, люди и не знают, а в таком огромном красивом городе, как Гамбург, меня уже знают люди. Подошли и сказали: «Ой, я тебя знаю, ты Виолетта Конфетка». Я думаю, вообще-то я уже давно не конфетка, я переименовалась, но меня запомнили именно так. Не знаю, по моему YouTube-каналу меня узнали, или, может, даже за то, что я веду TikTok, медийная личность. Ну что, друзья, вот так вот теперь меня узнают на улице, подходят ко мне, пускают пожить бесплатно. Ну все, всех люблю, всех целую, всем всем. До новых встреч. Чус, друзья!